11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, добрый день. Сегодня 10 января, среда. Надеюсь, что вам не слишком тяжело входить в свой привычный рабочий график. О рабочем графике подрядных организаций, которые занимаются уборкой от снега наших улиц, мы поговорим во втором часе. К нам придет Дмитрий Печенкин, начальник отдела, вернее, заместитель начальника отдела благоустройства. А глядишь, сам начальник зайдет. Благоустройства и транспорта администрации Кирова. Нет, если Олег Симаков к нам пожалует, мы тоже будем рады. Очень. Да, вот накануне буквально стало известно, да, что горадминистрация открыла горячую линию для того, чтобы все желающие могли жаловаться на неубранные дворы, дороги. Ой, я вчера дороги. Это сделала. Ты звонила, я это попробовала, да. Да. Я могу даже рассказать, как. Ну, наши слушатели, сначала гости, может, представим. А, ну, хорошо. Уже. Да. Я расскажу, как. В первом части мы тоже будем говорить. Тем более, что связаны наши, да, да, будем говорить, да, собственно, о том городе, в котором мы живем и как он выглядит. Алексей Костин с нами, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Добрый день. Здравствуйте. Ну и не можем не поздравить с днем рождения ректора. Валентина Николаевича Пугача. Вуза, Happy да. birthday. Ура. Да. Да. С днем рождения. И папу моего. С днем рождения. Моего папы тоже сегодня день рождения. Папочка, с днем рождения. И папа, с днем рождения. Вот так вот. Сразу же после новогодних праздников Вятский государственный университет ошарашил наш. Вот как только закончились, сразу в первый день рабочий, 9 января, появилась в сети анкета, появился в сети опросы, новость соответствующая на сайте опорного вуза. ВятГУ проводит опросы, ставит перед собой задачу совместными усилиями с кировчанами сделать город удобным, красивым, доступным для всех жителей. Согласитесь, городская среда определяет многое от настроения до здоровья. Это ты цитируешь? Это я цитирую, да, читаю как раз-таки сообщение на сайте. Опрос довольно просторный. Мы вчера, по-моему, все тут в редакции, да, заполнили. А кое-кто в декабре это сделал. В декабре еще сделали? Да, там еще был экспертный опрос. Ну, меня записали. В декабре было немножко другое, и я поясню. Давайте. Ну, мы сегодня ставим задачу, собственно, рассказать нашим слушателям о том, что вот есть такой опрос, и пригласить их поучаствовать. Да, но я слушателям сразу скажу, что я расскажу такие, как я дозвонилась в службу вот эту вот онлайн-круглосуточную, где можно пожаловаться на уборку снега. Но это я сделаю, когда придет к нам начальник или замначальника отдела благоустройства. В следующем часе. Да. Так, хорошо, давайте про социологическое исследование. Да. Ну вот Владимир сказал, что мы ошарашили. Да, приятно слышать такую оценку. Мы-то работали все новогодние праздники, по крайней мере, многие исполнители, те, которые готовили анкеты, продумывали все эти показатели, формулировали вопросы, оттачивали анкету до совершенства. Им, конечно, пришлось работать и в новогодние праздники, поэтому для них, ну, это некий такой просто очередной результат этапа работы, вот, который не прекращается, начиная уже с середины октября 2017 года. Если взять шире, то, конечно, тема наболела очень давно. Очень хочется все-таки жить в красивом, любимом, комфортном городе. Предпринималось много усилий, в том числе вы слышали про квартал 119, который, опять же, ВятГУ пытается реализовать в определенном микрорайоне нашего города. Вот. А тут уже просто мы решили сделать некое такое междисциплинарное глубокое исследование, которое в конечном итоге все-таки представить администрации города Кирова. Я расскажу слушателям, надеюсь, что Светлана Занько уже говорила, что у нас где-то в ноябре месяце, да, мы встречались с администрацией города. Да, мы каждый раз после встречи здесь устраивали эфир, отчитывались. Да, и вот там вот у меня сложилась такая картинка, что мы многое делаем в одном направлении, делаем, к сожалению, разрозненно. Вот, и чтобы все-таки администрацию, скажем так, активизировать ее деятельность, мы решили представить некую такую методику. Во-первых, оценки качества городской среды, а во-вторых, способов ее преобразования дальнейшего развития. И поэтому в конце октября 2017 года в университете была запущена научно-исследовательская работа междисциплинарная, которая объединила силы сразу трех институтов. Моего института гуманитарных и социальных наук, института экономики и менеджмента и политехнического института. Так как, собственно говоря, как оценивать городскую среду, это множество показателей, которые объединяют в себя и комфортность, и состояние там, жилищно-коммунальной сферы, и экономические показатели. Поэтому, конечно же, здесь требуется труд сразу ученых разных направлений, нескольких дисциплин. Вот. И в ноябре-декабре мы продумали показатели, по которым мы будем оценивать. И самое интересное, начало нашей работы как раз совпало с появлением приказа Минстроя России номер 1494 от 31 октября, где была представлена новая методика оценки благоустройства и комфортной жизни в городах. Ну и пришлось быстренько корректировать
корректировать свою работу и используют эти новые требования, новые показатели. Ну и уже на их основе было сформулировано, собственно говоря, наше исследование, ее методическая часть. Вот. И здесь надо разложить на две части. То есть есть показатели, которые зафиксированы, ну, где-то там в чиновничьих отчетах, там, в администрации. Погодите, погодите, Алексей, сейчас. Сейчас вот нужно вот здесь вот немножечко остановиться. Значит, прежде чем мы методику будем разбирать, нам нужно людям сказать, почему это их касается напрямую. А вот я к этому и веду. Ага. То есть есть цифры, которые, ну, сухие цифры, которые есть в свободном доступе, что-то, конечно, к сожалению, недоступно. Вот. Но эти цифры, эти показатели, которые уходят там из региона, допустим, в Москву, они не всегда соответствуют настроениям жителей города. А вот знаете, вот это очень показательно, как это бывало. Помните Пересков, когда был главой города, он там все собирал, чистил, говорил... Тут, значит, тротуары плохие, здесь расчистили плохо, дороги положили неважно. На шпильках должны женщины идти. А потом, бац, они, когда нужно сдавать там отчеты, у всех пятерки. У подрядчиков, у чиновников. Все молодцы. Замечательно. И это уходит туда вот наверх. И их наверху смотрят во всяких министерствах федеральных. В Кирове все хорошо. Вот. Вот. А вот мы и решили спросить жителей нашего города, а все ли в Кирове хорошо. И поэтому решили запустить социологическое исследование, которое позволит выявить отношение жителей вот к этим, ну скажем так, сухим цифрам. А, собственно говоря, как они воспринимают, комфортно ли им жить в городе, что представляет наш город, что представляет жилищно-коммунальное состояние части города, сама городская среда, городское пространство, красивое ли оно, интересное ли. Вот. И в декабре месяце вначале мы решили отточить, нашу анкету, которую запустили вчера-позавчера для горожан, на экспертах. Ну, поэтому первый этап был, конечно, экспертный опрос. Были определены эксперты, которые... Та анкета первоначально отличалась от той, которая была запущена вчера. И, соответственно, эксперты не просто давали свои оценки, они еще могли сформулировать предложение по корректировке этой анкеты. И они... Вот начальная анкета и итоговая анкета, конечно, достаточно серьезно друг от друга отличаются. А как выбирались эксперты? А вот, знаете, просто это яркие фигуры. Мы их называем инициативные граждане нашего города, активисты. Это представители, в общем-то, разных сфер. Это гражданское общество называется. Да, совершенно верно. Это представители, лидеры гражданского общества. Вот, к сожалению, в городе Кирове не скажу, что их или нас так уж много. Поэтому здесь определять круг было несложно. Вот, были предложения по добавлению, по расширению этого круга. Ну и, соответственно, до Нового года собирались их экспертное мнение. Я думаю, с большинством из них наши слушатели знакомы. Мы стараемся знакомым. А потом уже в новогодние праздники как раз социологам пришлось вместо, там, не знаю, восстановления своих сил после рабочего года, ну или просто празднования праздников, вот довести до ума анкету. Вот до чего, за что боролись, на то и напоролись. Все, мы говорим, сокращать, да, мы не боимся работать, на самом деле. Вот, по крайней мере, мне, что было очень приятно, подчиненные мне написали, а мы вообще не понимаем, что такое новогодняя суета, а что там вообще должно происходить. Мы же должны работать, просто теперь мы ходим не в здание университета, у нас же дома есть компьютер, там со всем доступом, все в порядке, мы продолжаем работать. А социологи студенты, преподаватели и те, и другие? Нет, студенты, конечно, пойдут в поле, безусловно, потому что еще параллельно и проходит другое социсследование, связанное с торгово-развлекательными центрами, которое является частью вот там этого... Там частичка есть, да, в этом, да, в анкете, базовое, да, исследование. И там, конечно, студенты с планшетами, собственно, в торгово-развлекательных центрах, без них никуда. То есть выход в поле – это студенты. И студенты будут активно участвовать в обработке данных, потому что объем данных очень большой. Ну, представьте, голосование. Собственно, за последние где-то полутора суток у нас уже свыше 600 ответов. А анкету мы планируем все-таки держать как минимум до 23.59, 18 января. Так, внимание, до 18 января, до конца дня. Вы можете присоединиться к гражданскому обществу и проголосовать за
удовлетворяющий вас ответ в анкете, которая в итоге показывает, насколько вам нравится или не нравится жить в этом городе. Не так. Нравится, наверное, многим, но насколько вы удовлетворены состоянием, да, удобством проживания в этом городе. Да, и наша задача не просто дать оценку, то есть, ну, там, получить, не знаю, какой-то показатель, там, на троечку, на четверочку или еще как-то, а, собственно, и сформулировать какие-то предложения, то есть увидеть какие-то моменты дальнейшего развития. Те, кто уже голосовал, видели, там есть вопросы, например, что может стать брендом города Кирова. Вот, там есть вопросы по предложению. Очень много открытых полей. Вот вообще, поймите, для социолога достаточно тяжело, когда есть открытые вопросы, потому что их обработка, она затруднительна. Каждый напишет свой вариант. Представьте, там проголосует, например, 5000 человек. Ну, половина из них напишет свой вариант, это значит 2500 вариантов нужно обработать. Это не просто цифра 1, 2, 3, 4, 5. Вот, это сложно. Но, тем не менее, в ходе дискуссии. Дискуссии, кстати, были очень непростые. Иногда, я бы сказал, даже это были такие поле битвы, правда, без драк, конечно. Люди все очень культурные, все любим и уважаем друг друга. Но, тем не менее, дискуссии были острые. Многие не соглашались с предложениями других. Но, тем не менее, нашли консенсус, нашли какой-то общий вариант, золотую середину. Да. И в конечном итоге вот пришли к тому, что вы можете увидеть на сайте. Вот что мы можем увидеть на сайте, мы и где, конкретно на каком сайте, да. Мы расскажем через полминуты. Алексей Костин с нами, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета. Говорим об социологическом исследовании, которое затеял наш опорный университет. Приглашаем поучаствовать всех, как можно больше жителей нашего города. Прямо от «уважаемый житель Кирова» начинается, да, эта анкета. Согласитесь, городская, ну, уже цитировал, да, и говорится о том, что результаты уже должны быть представлены в феврале, и в том числе городской администрации. Положено на стол, что называется. Да, да, давайте сразу к анкете, чтобы люди поняли, а где, что, собственно, какие вопросы они должны будут отвечать, а потом где найти. Хорошо. Значит, содержание анкеты следующее. Могут, не должны, а могут, да? Отобраны пять основных показателей, то есть таких пять блоков. Первое – это экономика городской среды. Мир материален, без финансового обеспечения, к сожалению, мало что сделаешь. А вторая группа... Что значит экономика городской среды сразу? О чем речь вообще? Сразу скажу, это доля налоговых, неналоговых долей бюджета, доходов бюджета. Я ничего не понимаю. Это я зайду, я увижу такой вопрос, доля налоговых, неналоговых? Это для нас просто, собственно, это сами критерии, от которых будете... мы исходим. Да. Алексей, это вы рассказывать будете Шульгину, когда придете. Вы нашим слушателям расскажите, вот, на какие вопросы им надо не надо бояться отвечать. Вопросов по экономике, потому что в самой анкете их практически нет. Это то, что как раз наши экономисты берут из доступных для них источников. А вопросы какие? Вот. А вопросы... Давайте я могу начать здесь... цитировать. Да, но вопросов 116, я 100, не знаю, Владимир 116 будет вопросов. Все цитировать. Но я вам скажу, что я, когда отвечала, это не занимает много времени, правда, не занимает. Это в легкую так можно сделать в перерыве в каком-то своем рабочем или дома пенсионеры, когда сидят после раскладки косынки или прочтения последних новостей, могут сделать. Но вот я считаю, что процитировать некоторые вопросы обязательно нужно, а еще нужно будет пояснить, а как, собственно, баллы-то эти ставить, потому что вопросы возникали у нас, когда мы здесь в редакции заполняли. Вопрос вообще начинается с вопроса. Вам нравится гулять по городу пешком в хорошую погоду? Вот это поставило вот так, вот в тупик сразу вот одного из сразу, наших, да, журналистов. Что значит вам нравится? А какая у меня при этом будет, да, какое настроение, ответить, одежды, да, и так далее? А вот в чем, знаете, смысл? Поясните. Это некая такая психологическая, да, установка. Не хочется раскрывать все секреты, но вообще составление социологической анкеты — это интересная штука. Во-первых, там очень много проверочных вопросов. То есть об одном и том же разными словами в разных частях анкеты спрашивается. И потом мы просто проводим верификацию. То есть насколько честно, откровенно отвечает человек. Может быть, просто не задумывается, там где-то нажимает, там кликает мышкой, там даже не думая, что за вопрос, какие там есть баллы. А так и нужно делать, мне кажется, да, вот что первое в голову приходит. Нет, не знаю. Иногда сталкиваемся с тем, что люди лукавят. Поэтому, конечно, вопросы проверочные должны быть обязательно. Мы просто выявляем, данная анкета, она заполнена честно или нет. Правильно я говорю? Не думайте, почему так составлен вопрос. Просто отвечайте, как велит сердце. Еще какие вопросы? Как правило, честно, искренне человек отвечает, вот первое, что ему приходит в голову. То есть он отвечает это себе. Но мы же честные все люди, искренние. Да. Конечно, какие еще вопросы? Второй вопрос, этот блок жилье и коммунальная система. В каком доме вы живете? Многоквартирный, построенный до 80-го года? Это уже не настроенческий, а статистический, как у фактически. После 80-го, многоквартирный и частный жилой дом.
На позитив первым вопросом, дальше, чтобы люди вот... Но некоторые же воспринимают, понимаете, анкету тоже вот как такую возможность пожаловаться. Вот там у нас хорошо. Есть рубрики, там в газетах где-то там. Всю. У меня течет вода, там соседи там шумят и так далее. Все-таки надо здесь не просто негатив, но мы же не хотим вот администрации сказать, вот все плохо. Наша задача показать, где есть слабые места, которые надо исправлять. То есть честно, еще раз. Да, ну, честность, да, честность. Совершенно еще верно. Какие вопросы? Ну и дальше, состояние подъезда. Не-не-не, состояние... давай ты конкретно прям да. Говорите. Антисанитарное состояние и нерегулярная уборка подъезда предлагается оценить по 10-бальной шкале. То есть если единичка – это все хорошо, десятка – это все плохо. Ну и так далее. Неисправная старая электропроводка, частое отсутствие горячего водоснабжения, плохая уборка снега это и наледи. Это что касается дома, это еще какие дома, есть да. вопросы? Это первый был блок. Это а дальше пошла второй блок, дорожная и транспортная инфраструктура. Да, просто не отвечая, я не смогу перейти к следующему блоку. Обязательно нужно отвечать, да. Совершенно верно. Да. То есть нужно вот так вот делать. То есть есть вопросы, еще раз, настроенческие, да? Нравится ли вам гулять? Ты, кстати, Володя, как ответил? Нравится тебе гулять по Кирову в хорошую погоду? Да, конечно, нравится гулять в хорошую погоду. Да, вот сегодня хорошая погода? Сегодня более-менее. А как тебе погулять по Кирову? Погулять? Отпускаете? Я пошел, да, так? Погулять, да, ну как бы вот. То есть очень простые, на самом деле, вопросы. Что еще у нас вызвало некоторые затруднения, это все-таки сама шкала. Там есть шкала плюс-минус. Почему-то. То есть тоже непонятно, там, как она расставлена. А есть шкала от 1 до 10, я так понимаю. Есть шкала от 1 до 5. А почему так по-разному получилось? Все зависит от самого вопроса. То есть где-то есть возможность выявить вот там тонкие показатели, то есть по 10-бальной шкале поставить там 7, 8, 9. Где-то, ну, к сожалению, так вот прямо вот ранжировать просто-напросто участвующему, анкетируемому будет сделать сложно. Поэтому, ну, по 5-бальной простенько там неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. Вот. И даже поставили 6 еще баллов, то есть затрудняясь ответить. Здесь тоже была очень большая дискуссия. Я лично считаю, что затрудняясь ответить, это вариант для ленивых. Вот я тоже, меня тоже это смутило, да, там очень многих вопросов, вот этот вариант затрудняюсь ответить, а как он потом истрактован будет социологами? Да. Нет, это на самом деле тоже играет роль, потому что вот то, что касается, например, там той же транспортной и дорожной инфраструктуры и безопасности, понимаете, мы, когда на себе проверяли, я сразу выявил такую зависимость: люди, которые автомобилисты, и люди, которые пешеходы. Это да. Это совершенно разные миры, это совершенно разные оценки. И есть вопросы, которые мне, как автомобилисту, например, ну, я затрудняюсь ответить, поэтому решили оставить. Про транспорт общественный, да, есть например. Наоборот, где пешеходы, они говорят, да мы не ездим, мы вообще не понимаем, что такое там выделенная полоса для общественного транспорта. Давайте оставим, затрудняюсь ответить. Давайте. Вот как бы с этим все связано. А потом есть показатели, там, где просто идет оценка города, если дальше смотрели, там добрый, злой, комфортный, неудобный. То есть даже такие есть вот. Вещи. А потом ранжируется все это по очень простому графику. То есть там идет такая вертикальная кривая, которая показывает вот этот показатель от 1 до 10. И вот эта сама в целом кривая, она создает некое такое видимое представление о восприятии горожанами своего города. Это очень интересная штука. Мы делали то же самое, когда сделали имидж ВИАТГУ и, собственно, внутренний рейтинг университета составляли. Вот этот вопрос и его результаты вызвали потом очень большую дискуссию, большое обсуждение. Я надеюсь, что в отношении города Кирова точно так же будет. И вообще, давайте все-таки будем исходить из того, что даже дело не в том, чтобы потом представить администрации. Я очень надеюсь здесь расшевелить, расшатать наше общество, нашу общественность, наших горожан. Вот обсуждение анкеты, ее результатов. Мы пытаемся сделать это максимально прозрачным, то есть ничего скрывать не будем, потом все это будет выложено точно так же в свободном доступе в соцсетях и на сайте универа. Ну вот, кстати говоря, к этому вопросу. То есть мы попутно все равно будем возвращаться к анкете. Что касается всколыхнуть общество, что называется, да, нам все время об этом в том числе и власти говорят, несите ответственность за город, за дом, за подъезд, бла-бла-бла, та-та-та. А с другой стороны, все еще большая часть населения думает, что что бы я там ни сказал, ни сделал, мой голос ничего не решает, все равно все будет вот так или не так, или
меня все устраивает, у меня не хуже, чем у других. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы повышали плату за вывоз мусора, я не хочу, чтобы с нас управляющая компания что-то повышала. Мне не нравится там концессионное соглашение и перекладка труб, потому что это к тому и сему приведет. Вот это все надо действительно обсуждать, а обсуждение — это только ваше активное участие, а интернет — это главный инструмент сейчас в обсуждении. Совершенно верно. И поэтому я обращаюсь сразу, просто я вижу, мы тут в перерыве тоже обсудили, я обращаюсь сразу к нашим коллегам, которые ведут группы в социальных сетях, и которые специализируются на этой тематике, я имею в виду благоустройство, строительство, там, и просто городская жизнь. Там, «Красивый Киров», «Строим Киров», «Злой кировчанин», «Кировские шептуны» с телеграм-канала, пожалуйста. Размножьте, расширьте эти анкеты, потому что очень неважно, как она вот нравится вам, давайте только не внедряться в это обсуждение вот на данном этапе, нравится, не нравится, как составлено. Давайте посмотрим, что люди ответят, и пусть ответят как можно больше людей. У нас такой эксперимент благодаря «Красивому Кирову», «Кирову» и «Строим Киров» удался в прошлом году, когда голосовали за 30 скверов, и 12 тысяч человек проголосовало. Вот я уверена, что с помощью соцгрупп, ну и тех, естественно, людей, кто нас слышит, кто уже отвечал и кто поделился, мы сможем за короткий период, а он длится лишь до 18 января, вот сейчас, ребят, совсем скоро, осталась неделя. За неделю, чтобы проголосовало у нас тоже порядочное количество людей, пожалуйста, поделитесь этой анкетой и всячески пропагандируйте, чтобы мы голосовали, за, там, да, выбирали тот или иной ответ, и нарисовалась объективная картинка. А картинка — это как мы себя чувствуем в этом городе. Совершенно верно. Как мы себя чувствуем в этом городе. Это первое. Призыв, надеюсь, услышали. Я уверена, что как минимум кировский шептун ты сегодня напишет, услышал или нет. Ну и ребят, я думаю, из других соцсетей тоже. А второе, это история про картину того, как выглядит город с точки зрения горожан, да, насколько удобно людям жить, удовлетворенность, она уже который год проводится в городах-миллионников по заказу как раз Минстроя с помощью КБ «Стрелка». И это поразило меня. Я рассказывала здесь в «Урбане», не помню, при вас, Алексей, нет? Когда мы ездили как раз на урбанистический московский форум 2 года назад. Картинка очень яркая, она в графиках как раз такая звезда, да, которая рисует портрет. И я тогда спрашивала у «Стрелки», почему вы там в полумиллионниках не делаете, не заходите. Говорит, ну вот думали, но денег не нашлось, поэтому только в миллионниках. Миллионникам, конечно, хорошо. Но нам сейчас тоже хорошо, потому что у нас есть опорный вуз, который делает эту работу. Давайте ему поможем. Давайте ему поможем, свою заинтересованность проявим, и будем двигаться дальше. Вот у меня такой, значит, пламенный спич. Да, еще раз, давайте где скажем еще? Я думаю, что как раз надо сказать о том, вот та новость, которая появилась перед новогодним праздником. Михаил перед Новым Менец годом. Озвучил, да, да. Да, то, что 29 декабря было, и то, что озвучил глава Минстроя России Михаил Минь. То, что прямое рейтинговое голосование жителей при выборе проектов общественных пространств в 2018 году станет обязательным. Вот как он будет осуществляться, тоже вопрос. Ну, посмотрим. Они уже обещают к февралю месяцу сформулировать и, собственно говоря, дать новый рейтинг городов по комфортности городской среды. И я думаю, что и здесь расскажут и покажут, как надо что делать. Вот. А мы здесь, наверное, запускаем такой некий этап, чтобы наши жители, наше общество кировское, городское, Вятское. Оно привыкало участвовать в жизни своего города. Вот давайте не каждый сам в своей улиточке сидит, закрылся, там ничего не видит, не слышит, и где-нибудь только, может быть, участвует в соцсетях. А все-таки давайте реагировать, давайте высказывать общую точку зрения. И вот сейчас мы можем ее высказать где, на каком сайте? Самое простое — это зайти на сайт Вятского государственного университета, где на титульной странице первой новостью прямо сверху слева как раз и идет предложение проголосовать. Нажимаете, ну или зайти в раздел «Новости». Да, нажимаете, и сразу открывается анкета. Помимо этого, вот то, к чему Светлана и призывала, во всех социальных сетях, во многих группах, посты, перепосты, это уже идет, достаточно широко распространяется. У меня вот он есть, можете зайти на мою страничку и найти. Или там, например, на страничку Алексея Костина в Фейсбуке, да. Можно. И люди уже пишут свои впечатления. Имеется в виду, не просто голосуют в этой анкете, а выражают свои отношения, то есть пишут просто тем, кто из разработчиков сам запостил на свои личные странички. Вот, совершенно незнакомые люди, что приятно. Вот, и мы не боимся, что нас покритикуют, поругают за эту анкету. Мы ее исправим, и кто мешает нам делать регулярными и вот такие мониторинги. Угу. Что, кстати, и должно что быть. Что должно происходить. И покажет динамику замеры. Развития.
развитие. Я надеюсь, что эта динамика будет. Мне хочется еще знать, почему дымковские мотивы использованы в шапке. Но я думаю, что ответ уже после рекламы, наверное, прозвучит. Да, давайте. Реклама. Хорошо. Вот мы сейчас зашли на сайт ВятГУ. Мы сейчас рассказываем вам, слушатели, где найти эту анкету и где выразить свое мнение, там, да, и впечатление, и ощущения по поводу того, как вам живется в этом городе. И, наверное, что хотелось бы изменить, а что не стоит трогать. И я вижу, что там, чуть-чуть прокрутив вниз там, да, сайт, картиночку, вы увидите новость. Там детки на скамеечке и дымковские шарики. Да. Внимание, опрос, насколько Киров современный, комфортный и безопасный город для жизни. Но я сразу же сказала Алексею, что надо, конечно, картинку менять, потому что ну, она не цепляет взгляд, и непонятно, что это опрос. А мы тут в перерыве поняли, что не хватает, да, вот как бы бренда, символа и этому в том числе. Как и всему в нашем городе, и как и всему в нашем регионе, там, да? Дымку-то мы узнаем, а к чему она приляпана, непонятно. Что эти дети делают с мороженым на лавочке, тоже не ясно. Но мы над этим будем, да, работать, я так понимаю. Ну, конечно. Пока, скажем так, руки не дошли, потому что, ну, речь шла, собственно, о самом исследовании. В общем, дети на лавочке с мороженым. Это вот это вот. Дети на лавочке с мороженым, тут давайте, вот у меня две мысли. Во-первых, можно такой как раз некую провести проверочную вещь, назовем так, насколько «Эхо Москвы» слушают профильные сотрудники университета, отвечающие так за картинки на сайтах. Так, как быстро ладно отреагируют и отреагируют ли. Они меня спросят, а чего вот вы хотите увидеть? А по поводу детей с мороженым, вот смотрите, самая интересная штука какая. Нас интересуют все возрастные категории. Вот. Ограничений возрастных нет. Их не то, что нет, наоборот. Вот мы хотим, чтобы все. Я дочь свою засажу сегодня. А, да. И поэтому, наверное, картинка все-таки должна привлекать, участвовать детей. Но есть и другая возрастная категория, обратная. Те люди, которые, может быть, уже не очень активно пользуются интернетом, не сидят в социальных сетях, хотя я надеюсь, что сейчас уже люди более старшего зрелого возраста, опытные люди старше 55 лет тоже готовы участвовать в онлайн-голосовании. А вот завтра, кстати, придут к нам представители пенсионного фонда. Золотого возраста. Мы расскажем. Я воспользуюсь случаем. Университет третьего возраста. Да, не буду передавать приветы в прямом эфире, я воспользуюсь случаем и призываю всех голосовать, особенно жителей города Кирова старше 55 лет. Пожалуйста, поучаствуйте, выразите свое мнение. А можно мы я хотим призову? Учесть всех. А я призову с 25 до 45. Особенно пускай активно голосуют. Это те, кто меньше всего голосуют. Вообще, да в принципе. На выборы не ходят и в голосованиях не участвуют. Но политическое они голосование будущее. За свой город немножко разные вещи. Вот как раз вот эта вот возрастная категория, которую вы назвали, пока это наиболее активные люди, голосующие вот по нашей Итак, анкете. Итак, о чем у нас сегодня разговор? Еще раз напоминаем. Есть анкета, да, которая отвечает на вопрос, насколько Киров современный, комфортный, безопасный город для жизни. И участвуете в этом опросе вы, слушатели нашей радиостанции. Опросы разные. Вопросы и там, прямые, там, какой у вас дом многоэтажный или малоэтажный, как у вас прибирают подъезд. Или, да, или вопросы там, какие-то косвенные, которые вам, может быть, непонятно с первого взгляда, зачем там в этой анкете. Но для социологов очень важно. И они дополняют и рисуют правильную картинку нашего города. Этот опрос размещен на сайте ВятГУ. Там картинка, где три девочки с мороженым, а мама отвернулась от них. Вот. Я не уверен, что это мама просто. Тетенька в желтой футболке от них отвернулась. Мама не проглядывает, как они голосуют в этот момент. Ну, там мама свое говорят, а девочки за свое. Значит, и там написано, внимание, опрос. Опрос этот работает. То есть мы можем проголосовать до конца дня 18 января. Все могут голосовать. Дети, взрослые, там, пожилые, молодые, кто угодно. Чем больше, тем лучше. Голосуйте. Там 116 вопросов, но они очень простые. Очень легко это сделать в любое свободное там время. Потратите минут 15 максимум. Кстати, технический момент хочется еще уточнить. Да. Единожды можно голосовать? То есть фиксируется IP? Или как тут? Нет, никаких здесь сложностей и проблем нет. То есть если, допустим, люди, ну, имеется в виду семья,
то есть пользуются одним домашним компьютером, то можно проголосовать. Да. Да. Мне кажется, там невозможно, Володь, что-то построить. А голосование сугубо анонимное. Я не думаю, что будут люди, которые там, ну, 10 раз ради изменения оценки по городу, все-таки у нас население полумиллионник. Согласна. Вряд ли тут повлияет результат. Согласна. Значит, после 18 числа данные будут обработаны и уже в феврале, в начале февраля представлены прежде всего городской администрации и главе городской думы, я думаю, да, Шульгина Ковалева их получит на стол. Да, и, собственно, населению, которое проголосовало и которое интересует результаты. И в открытом доступе, на сайте ВетГУ, в дружественных соцсетях, группах, которые вот сегодня, может быть, уже заявят, что мы размещаем и поддерживаем, на сайте эхокирова.ру, я уверена, что многие СМИ поддержат тоже это, напишут, результаты опроса в картинках, да, вот эта картина нашего города, нашего настроения, она будет, этот результат будет опубликован. А там некие выводы все-таки будут? Смотрите, значит, вначале появляется картинка. То есть по каждому вопросу, там, в зависимости от качества и содержания вопроса, это либо график, либо там диаграммочка какая-то, ну, либо просто цифровой показатель. Вот, собственно, сам уже отчет аналитический, глубокий, где будут уже проанализированы зависимости там, ответов на вопросы, в первую очередь, от, например, там, возраста человека, его, там, не знаю, половой принадлежности, опять же, от того, он там автомобилист или пешеход. Вот такая корреляция тоже будет произведена. И вот все эти зависимости потом будут выложены. Но это будет чуть позднее, потому что вот проведение глубокого исследования и его обработка, к сожалению, требует времени. Я думаю, что здесь, наверное, февраль, месяц короткий, как раз весь февраль уйдет на это. Но далее, картинки по вопросам будут далее, быстро. Да, еще раз, значит, мы говорим, что мы получим реальную картину, то, что мы голосуем, да, и эту картину, она будет еще раз в открытом доступе, мы можем сравнивать с отчетами администрации, которая сама себя оценивает, как они тут благоустраивают наш город, да. Далее, кроме того, мы рассчитываем, что сама администрация проголосует, и посмотрим, там чиновники искренне проголосуют. Третье. ВятГУ будет это делать, такие опросы с определенной регулярностью. И не только в интернете, но пойдут еще студенты в поля, значит, на улице опрашивать. И мы будем смотреть, как меняется настроение в нашем городе там, со временем. И в эти промежутки времени будут происходить какие-то события. Там, программа благоустройства городской среды заработает, может быть. Там, еще раз будут делать дороги. Господин Шульгин что-то придумает, принесет сюда, там, не знаю, или не нужны они, эти инвестиции. Но что-то произойдет в городе еще. Какой-то социальный проект, гражданская инициатива будет одобрена. Не знаю, отличится как-то наш певец, спортсмен или еще кто-то. То есть вот все это будет анализироваться, что явилось толчком для улучшения настроения в этом городе. Да? Что изменилось, чтобы мы почувствовали с вами лучше. И этот анализ будет совместно, я надеюсь. Просто мы это соберем обязательно тут эфир, когда тут будет за круглым столом и администрация, и ВУЗ. Совместный анализ какой-то выдадим, может быть, весной, да, когда какой-то определенный этап пройдет. И мы это все будем видеть с вами и слышать с вами, и будем понимать, что в конце концов происходит на самом деле вот здесь. И как мы с вами влияем на эту картинку. Да? Совершенно верно. Я вот хочу, чтобы сейчас именно горожане голосовали, потому чтобы у них вот эта анкета для меня лично, это возможность для любого горожанина поучаствовать, начать участвовать в благоустройстве города. Не надо думать, что это просто некая такая анкета, результаты которой выложили, и все забыли. Давайте действительно сделаем этот рейтинг, назовем так, ежегодным. Но я думаю, что здесь календарный год — это хороший период, хороший срок для повторения, вот, чтобы была видна динамика. И тогда можно будет видеть результат, есть он или нет, реагирует администрация или не реагирует. Вот, потому что все равно есть приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Уже есть дворы отдельные города Кирова, я думаю, что все знают этот перечень, вот, которые попали в этот проект, которые получили деньги, ну, правда, на условиях, конечно, там софинансирования определенного со стороны самих жителей, да, на благоустройство пока еще своих придомовых территорий. Но большое дело начинается с маленьких шажков. Я думаю, что я очень надеюсь, я верю в это, что вслед за отдельными придомовыми территориями пойдут кварталы, микрорайоны, районы и, может быть, ну дай бог, все-таки весь город. Кстати, можно еще поподробнее? Вот, там есть блок вопросов как раз-таки по торговым центрам, да, и вы сказали, что студенты пойдут анкетировать непосредственно в поля. Почему именно этой теме уделено внимание?
Там вопросы, связанные с тем, что, как вы считаете, уродует ли, не уродует облик нашего города реклама торговых центров, ну и так далее. Считаете ли вы, что там покупать в торговых центрах дорого, нежели где-то на рынках и в более маленьких магазинах? Вот почему именно эта тема поднята? Ну вот смотрите, поговорим о строительстве в городе Кирове. В основном это либо жилищное строительство, либо как раз торговые центры. И я просто даже вот на улицах слышал, кировчане очень удивляются, ну неужели у нас такая высокая покупательная способность, новые торговые центры все возникают и возникают. Ну вот все продают, люди покупают. А торговые центры, конечно, борются за привлечение к себе, борются и внешним обликом, и рекламой, о которой вы говорите, не всегда эта реклама корректна и красива, иногда она портит облик города, иногда эти торгово-развлекательные центры, ну, собственно говоря, наоборот, становятся для кого-то таким местом привлекательным в том или ином микрорайоне, потому что это не просто торговая точка, это еще и место досуга и развлечения. Как правило, да. Там есть определенный комплекс, набор. Совершенно верно, игр. Там есть даже и спортивный зал, то есть это досуг, это спорт, это здоровый образ жизни. И получается, что торгово-развлекательные центры при правильной компоновке пространства и внешнего облика становятся местом привлечения горожан. Ну, такими некими точками, где горожане реально друг с другом сталкиваются, общаются. Поэтому мы не могли обойти вниманием просто торгово-развлекательные центры, их роль и их, скажем так, участие именно в качестве городской среды. Согласна, да. Любопытно будет посмотреть, да, что думают горожане по итогам голосования по поводу торговых центров. Вот. Скажут горожане, слишком много. Что, сносить их будем? Их надо перепрофилировать. Переформатировать. Но прежде всего в большинстве торговых центров понастроенных нужно хотя бы вентиляцию сделать, Володь. Чтобы не так душно было. Извините, которой нет во многих торговых центрах. Но да. Совершенно правильно. То есть, чтобы город развивался гармонично, чтобы каждый объект, вновь возникающий, соответствовал своему назначению, был востребован. Да, но и для тех, кто не голосовал, еще не видел анкету, не думайте, что там только ТРЦ. Там у нас, конечно, парки, скверы, места отдыха, там водные объекты, которые в городе Кирове, собственно, я считаю, представлены неплохо. Там просьба есть указать любимый водный объект. Любимое место отдыха, может быть, то, что как раз является картинкой, таким неким брендом города Кирова. Это замечательно. Это то, на что мы потом будем ориентироваться и не только воспроизводить, а может быть, воспроизводить уже в более лучшем виде. Потому что, конечно, вопрос озеленения, экологической обстановки и просто комфортности, приятности жизни города, когда ты по нему идешь, и ты любишь его не просто потому, что это твой родной город, в котором ты там родился или провел большую часть своей жизни, а потому что вот он классный. В нем красиво, в нем светло, в нем безопасно, в нем есть зелень, есть места для отдыха, есть красивые виды. Ну что, давайте еще раз напомним, что найти анкету и проголосовать можно на сайте Вятского государственного университета. Внимание, опрос, насколько Киров современный, комфортный и безопасный город для жизни. Вот такой заголовок. Ну и уже анкета растиражирована в социальных сетях. Возможно, в ленте вам уже попадалось, и вы проголосовали там. Ну и еще раз повторим, что мы просим такие популярные паблики, да, нашего города все-таки тоже разместить ссылочку на это исследование. Проводится оно до конца дня 18 января. Ну и а мы, собственно говоря, уже будем тоже говорить. По итогам встречи уже, наверное, по итогам обработки данных и представления их администрации, чтобы побольше информации было, мы здесь снова соберемся и расскажем, как все прошло. С удовольствием. Что вы думаете, горожане, об этом городе, что администрация сказала по поводу этого проекта, и это будет уже в феврале. Спасибо, Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Мы сейчас прервемся на 20 минут, и дальше к нам придет начальник отдела благоустройства. Замначальника отдела благоустройства города Кирова Дмитрия Печенкина.